Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Ниагара, и мы продолжаем. Нам надо найти тут тайный вход. Там какая-то буча возле парадного. А, здесь не пройти. Так что ищем. Да. Какую-нибудь дверку, типа вход до черного. Ну что? Кто, ты где? Нас к этому принуждаешь. Блин. Так, стойте. Героическая аура опять. Ты нам заморозила, да? Молодец. Так, ну что, муния шарахнет тогда, что ли? Аура? Ну ладно. Пошли. Вали вот эти куда? Так, слушайте, подожди, Морриган, а чё это самое на меня-то сделай? А? Нет? Никак? Чё-то у меня не морозные эти. Отлично. Оружие-то. Так. Решили они нам тут помешать, конечно, видите ли. Морриган, что такое-то? Эй! Блин. Сейчас. Сейчас, ребята. Науки. Алистер. А где это? Заклинание умения, да. О. У меня оно бросилось, кажется. Я думала, я применю. На всех давай. Отлично. Подействовало? Да. Супер. Такс. Мы в этом направлении же шли, правда? А, нет. Сюда. Сейчас мы вот в этих еще заберем. Кто тут валялся? Чё у тебя? Припарочка, отлично. Это хорошо. Несколько солдат мы тут положили. Ну ты умираешь, у тебя сразу все заклинания, естественно, снимаются. Осторожно, кто-то идет. Да ладно, сзади что ли опять? Крышку всяких набрала, у меня вот склянок нет, чтобы замешивать. Это мы уже прям в какой-то двор пришли, огород. Что тут? Что такое? Если я не ошибаюсь, этот фонтан соорудил отец Эрла Эамона. Это был первый фонтан в Денериме. Красивый. Собой, после этого вся знать последовала его примеру. Это что? Это зачем? Зачем это было построено? Красивый, да. Мы заценили. Тут корень какой-то еще собрала, все, идем дальше. Вот еще корень смерти. Готово. Чучело. Охраняющий эльфийский корень. Курочки. Кто хочет курятинки? Ладно, мы их не будем трогать. Я отвлеку охрану, ну и вы пошевеливайтесь. Зачем все это? Их же всего двое. Каждый час тут проходят другие стражники. Если они обнаружат, что эти двое исчезли, они сразу поймут, что... Как ты говоришь? Что-то неладно. Ну, идем. Я заманю их во двор. Ждите в кустах. Шкиримся в кустах. А где я? В каких кустах? Здесь? Заманю во двор. Тут не получилось, да? Нас напали! Я же говорю, по-тихому не получится пройти. Я так не умею. Сдавайся, пока можешь. Ну же, покончим с этим. Готово. Ну, здесь, конечно, еще пройдут стражники, они все это дело увидят. Как скажешь. Ну, разберемся, я думаю. И с теми тоже. Они могут поднять бучу. Как обычно. Попаду в заварушку. Так, мы внутри. Дядька, я сохранюсь. Тут давно не сохранялось, мне кажется.
Надо торопиться, скоро пройдет патруль и поднимет тревогу. Ты точно решила не надевать мундир? Никто из здешних слуг не любит Хоу, но увидев ворвавшихся чужаков, они запросто перепугаются. Давайте переоденемся. Да направит нас Андрасты. Угу. Ладно. Потом надо не забыть опять обратно переодеться. Было бы тоже такое, знаете, одним щелчком чик и одеть обратно то, что у тебя было одето. То есть придется опять все заново одевать. Эта кухня просто позор. И как только слуги прежнего Эрла могли здесь хоть что-то сготовить. Ба-ба-ба-ба-ба. Ворчат. Не будем сильно привлекать внимание, быстро будем передвигаться. Так, сидит. Серебряное кольцо. Ладно, давай, продадим. Скажи, что они тут шарятся? Бегают. Так. Три. Чего? Насколько? Ага, они тут тренируются. Меч. Давай заберем. Кузница какая-то, кузня. Да. Доспехи. Тоже пригодятся. Ну давай, давай. Подкралась скромно. Подумать только. Карты что ли играют? Фу, Халас говорит. Невозможно выразить, не надо. Мабари. Какие красивые у вас мабари. Я даже по-своему скучаю. Мабарику. Но им я играла только в самом начале. Я могу одерживать победы в великих людских битвах. Молится. Могу сеять. Не будем мешать. И здравствуйте. Я представляю, если бы мы тут ходили, а не переодевшись. Ну, тут же, ну, 150 раз подрались бы. Так, что там спит? Тоже закрыт сундук. Это что? А, закрыта скажешь. Дверь вообще. Окей. Тут тоже замок. И... То есть мы не можем, да, тут пройти. Серый страж уже здесь, миледи. Хвала Создателю. Я бы приняла тебя как подобает, но боюсь, у нас препятствие. Что за препятствие? Моему гостеприимному хозяину недостаточно было приставить ко мне побольше охраны. Он запечатал дверь с помощью магии. Как мы ее откроем? Отыщи мага, который сможет наложить заклинание. Скорее всего, он будет на стороне Хоу. У меня с собой два мага, чё, неужели они не могут открыть? Ох, у меня эти тайны. Ладно, скоро спасибо, вернусь. Страж. Я буду молиться за тебя. Тайрон Хоу, скорее всего, будет в своих покоях, а не в самом конце коридора налево. В конце коридора налево. Тайрон Хоу, вероятно, в своих... Так, подожди. Фасад поместья, подземелье. В конце коридора налево. И чё, где это? Не дверь налево. Дверь налево. Здесь закрыто. Подожди. Так. А она здесь осталась, понятно. Здесь по комнате. Давайте посмотрим, что внутри. Ну, что-то какие-то статуи. Ничего интересного. Так, с этой стороны что-то типа библиотеки. Да? Да. Тоже нет нифига, блин. Идем дальше. Это что? Похоже, да, на какую-то столовку. Что-то как... Там, где они кушают. Дверка какая-то. Там управитель услышит. Да мы тихо. Шкеримся. Тогда иди ко мне. Это что? Все комнаты обыскали. Я тут уже заблудилась. Шахматы стоят. О боже. Сколько здесь всего. Книжица нельзя почитать? Нет. Какой-то типа спальня, рабочий кабинет. Это что? Документы серых стражей. Угу, как интересно. А, смотрите-ка.
Конечно. Где-то там, где надо, оказалось. Что? Кто здесь? Ой. Благодарю, что устроила эту суматоху, незнакомка. Я дни напролет ждал такой возможности. Думаешь, можно... Алистер, это ты? Кто? Погодите, я вас знаю. Вы были на моем посвящении. Он один из нас, страж из Орлея. Кажется, из Джейдера или из Монтсимара. Боюсь, я не помню, как вас звать. Я Риордан, старший страж Джейдера. Но родился и вырос я в Хайевере, так что я рад вернуться домой. А где Хоу? Я видел его в подвалах. Возможно, он еще там. А как вам удалось уцелеть под Астагаром? Меня там не было, вот и все. Мы шли из Орлея, но не дождались вести от короля Кайлона. Король попросил всех стражей в Орлее и наши вспомогательные отряды присоединиться к его армии, а потом пропал. Почему бы тебе не пойти со мной? От меня в нынешнем состоянии вам будет немного проку. Не пойдет. И извините, мне вдруг захотелось подышать свежим воздухом. Я сам отыщу тебя после того, как найду хорошего лекаря. И удачи тебе, сестра. Интересно. Такс. Ну что, он сказал, он в подвалах, то есть это где-то вот сюда, да, в подземелье. Что он там делает? Мы думали, он где-то в покоях. Сном сохранимся. Мало ли. Вдруг меня грохнут. Такое тоже бывает. Кто идет? Кончи дрочиться, ты меня знаешь. Вдруг не знает Зара. Помолчать. Ну, молчать тоже не вариант. Ладно, ты меня знаешь. Ты, наверное, считаешь себя очень умной. Кто пытается войти без разрешения Хоу, с теми мы можем делать, что захотим. Кажется, нам наконец-то подвалило развлечение, парни. Блин. Почему-то я так и знала. Так, знаете что, Вин, дорогая моя, отступи, пожалуйста, и ты тоже. Вот так. Ну, а мы тут уже с Алом посражаемся. Так, ну и что? Мы стоим. Цена там щит поставила, да? Героическое нападение, пример. Ой, стражника. Где мой Алистер? Отлично. Я слабее не дала. Так. Это пустая трата времени. Класс. Ну что, добили? Тебе конец. Классно. Там лучники. А, они сами сюда прибегут. Ха-ха-ха. Давайте. Давайте, ребята. Чё она там мазит-то? Алло. Оглушили? И... Ты чё ждёшь-то? Групповое исцеление. Давай. Блин. Куда побежал? Так, подожди, Вин. Ты же тормозишь, да? Ну уже, покончим с этим. Ау. Ау, а ты что здесь бегаешь? Смотри, там девчонкам стражник пришел. Голову ему отрубила. Ну, Зара, ты кровожадная женщина. Так, от меня не надо.
Кристалл, тоже я ними пользуюсь. Хорошо, никто не полег в сражении. Лириум берем. Это что? Тоже берем. А что у нас там, да, это самое по поводу лириума? Все по нолям, да? Сильнодействующая только и большое. Плохо, да, наверное? Хранитель жизни. Так, берег, который автоматически восстанавливает здоровье союзника. Блин, а почему я им не пользуюсь? Аура очищения. Так, надо, наверное, сделать вот так. Вот так. Это сюда. Блин. Сейчас замутим. Сюда. Так вот. Ну вот так. Надо этим пользоваться. Что это я забыла? Это что? На замке, понятно. Тут дверь. Какой-то труп. Больше ничего нет. Погнали дальше. Где ты? Хоу. Мы по твою душу. Нет никого. Зато в куче мешков мы находим эльфийский корень. Всего лишь. Так, кольцо железное. Очень надо. Опять корень. Склянок, что ли, надо где-то у торговцев купить? Кварц не надо. Да блин. Да блин. Не вписалась. Косяк. Прямо по курсу. А, ну да. Отлично. Кому отлично? Не скромничай. Ты не такое можешь. Все, 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 успокоились. Раздухарились. Стражник Хоу. О, лириум оставил. Какой молодец. Сохранили меня, однако. К чему бы это? Кажется, пришла пора обороняться. Их там много. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Так, Вин. Что там у нас? Защита стоит, да? Так, хранитель жизни. А конкретно на кого-то, да, это? Аура очищения. Несколько секунд восстанавливает здоровье. Ну, давай, что ли, ее сделаем. Потому что что-то тебе начнется замес. Неужели всегда придется убивать? Не дам. Давай, 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 давай. Конечно. Ты меня вынуждаешь. Мочи. Команда была мочи. Сейчас ты увидишь, как надо сражаться. Собаки, да, они на мобаре хорошо так коцают. Так, ну, пока не буду я ей давать лириум. Блин, что там с ним происходит? Подожди меня, я не могу зайти. Ну вот, отлично. Мы справились. И не высовываться. Помогло очень то, что Вин использовала вот эту штуку, которую раньше не пользовалась. И зелье мы сохранили, сейчас она восстановит автоматически. Все будет хорошо. Так, и что мы тут хотели? Мы просто тут нарвались, да? Собаки, стражники, и больше тут нифига нет. Только опыт получили. Но это тоже неплохо, опыт это очень даже. Хорошо, ловушка сработала. Что? Быстрее. Блин! Так, Вин, 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 Вин. Давай делай эту штуку. Ах, черт. Надо вот этого валить. Давай, давай, давай. Быстро! Мага! Конечно. Все, есть. Должны победить. Да победим! Ты не волнуйтесь. Это тебе выйдет боком. Да, у Вин опять кончилось. Лириум. Ты меня вынуждаешь. Мана. Чего этого-то сами завалите? Молодцы. А как я там опять... Не увидела это ловушку. Вечно тороплюсь. Так, у мага что-нибудь? Лириум, конечно же. Деньги. Лириум. Да, слушайте, как нам везет. Сундук закрыт. Этот закрыт. Молния, нет, не надо, спасибо. Так, идем дальше. Ну что? Кто там? Наверное, никого. А, нет.
Тут что-то какие-то трупаки непонятные. Что такое? Вот этого давай залечь. Эй! Моя магия с ними запросто справится. С кем прикажешь? Так, слушайте. Алистер. Дорогой. Тебя взывалят. Такой махач вообще. Смотрите, что творится. Давай. Это тебе будет боком. Так, подхилила, молодец. Фу, мясорубка. Круто. Мучители какие-то. Ну это... Да, что-то типа такое. Кого-то вытащить? Да. Ярилериума. Отлично. Бутыль с кислотой, ладно, возьму. Смотрите, что творится. Какие-то трупы, непонятно. Повешенные, господи, смотрите, что. Головы, да? Что за... О, боже. Мы нашли какую-то... Не бросай мученическую. Меня, вытащи меня отсюда. Это приказ. Жесть. Не ожидала, что мы здесь такое увидим. Че, кого вытащить? Откуда? Где приказ? Дыба. А, вот он где. Давай. Это меня так решили проучить? Неужели отец посчитал забавным бросить меня здесь так надолго, прежде чем прислать тебя? Джак, ты кто? Значит, мой отец не присылал тебя сюда? Я Освин, сын Банна Сигарда из Пика Дракона. Если ты не из наших солдат, скажи, кого же мне благодарить за спасение? Может быть, не говорить по поводу посланца, про серого стража, тоже просто имя Зара. Позволь мне от всего сердца поблагодарить тебя. Я уверен, не меньше тебе будет благодарен и весь Баннерн Пик Дракона. Если тебя послал не мой отец, значит, он еще не знает, каких змей он набрал себе в союзники. Обратись к нему. Я уверен, он даст тебе любую награду, которую ты пожелаешь. Так, твой отец успеет против Гейна на собрании земель, а? Так значит, Эрл Эамон все-таки приехал? Люди Хоу утвердили мне, что он и все его сторонники мертвы. Но клянусь, если только найдется, где выступить против Лагейна, мой отец обязательно будет там. А теперь мне надо домой, если ты не против. Как бы я хотел увидеть это место в руинах. Хм, такой паренек. Ну, в общем, сюда мы не зря зашли, да? Освободили его. Жуткое место вообще, на самом-то деле. Так, мы шли в эту сторону. Давайте сохранимся. Чувствую, могут и шлепнуть. Будет сделано. Что такие они активные. Стоять! Всем стоять. Так, героическая аура. Что ты можешь сделать? Шок. Шок-шок. Цепная молния. Она, по-моему, нас зацепит, да? Угу. Утягивание жизни может какой-нибудь сделать. Ладно. Давай. Эх, ты что-то в самую гущу забралась, девочка моя. Куда? Ох, я для этого слишком стара. Спокойно. Так, сейчас точно надо что-то применить. Вот так. Все. Конец тебе. Так, ага. Что это тот последний, нет? Ага, один отбежал все-таки. Куда? Стоять! Это пустая трата времени. Морриган его заморозила, по-моему. Деньги у него забрали. Дропанул. Ну что? Да. Так, кристалл оставь себе. Осколок, молот, ключ. Ладно.
Забираем. У меня уже скоро место-то кончится, я поэтому вообще стараюсь не все брать. Так, смотрим, а мне сюда, да, действительно сюда, но там, смотрите, еще есть. Дальше по коридору что-то. А что там? Дальше по коридору. Сюда, видите, пропавший без вести. Если я сюда заверну, я тут найду кого-то. Нижняя тюрьма еще. Так, наземный этаж. Наземный этаж. Эрхоу. Угу. То есть, если мы свернем сюда, у нас здесь есть что-то такое побочное. Какое-то задание, еще какой-то человек. Я так поняла. А здесь закрыто, да. Вот он. Нус. Конечно. Какой сейчас месяц? Ты враг Эрла Урина? Умоляю. Кажется, я здесь полжизни просидел. Так. Эрл Урин много месяцев как мертв. Мертв? Кто же тогда правит? Воган? Его сын? Он сбил меня с ног, и я очнулся уже здесь. Все так разозлились. Мы хотели подать челобитную королю. Король тоже мертвый. Такие новости для парня. Слушайте, все мертвы. Поздравляем. Это случилось во время эльфийского восстания. Восстание? Я знаю, многие из моего народа были недовольны Эрлом. Но восстание я даже представить не могу. Да уж, с тех пор, как меня схватили, многое поменялось. Мне надо узнать, что произошло. Мне надо вернуться домой. Или бежать из города. Спасибо за то, что ты сделала. Жаль, что я не могу отблагодарить тебя чем-нибудь весомым. Ну, зато спасли его. Не зря сюда тоже завернули. Чё ж бы он тут сидел-то, бедный парняга. Мы так вот тут огорошили новостями. Нет, подождите-ка, там все равно у меня какое-то задание. Пропавший без вести. Осталось, да? Стоп. Как скажешь. Нам велели отступать. Фига себе. Убил Рок, мы повернули, а потом начались крики. Мы скакали, они все кричали и кричали и... Чувак, что за бикини? Так, убить безумца, но нет. Все хорошо. Замолчи. Что значит отступать? Ты был под Астагаром? Мама, ты чуешь запах крови? Они сказали, что это только порождение тьмы, но мы и их тоже съели. Он сдвинулся. Они умерли, и мы бросили их в болоте. Ведьма! Ведьма! Как видно, он сошел с ума. Вряд ли из него что-то еще можно вытянуть. Ну что, его теперь за это убивать, что ли? Ты свободен, найди себе безопасный угол. Угол? Здесь есть угол, а вон там. По-моему, ему и тут сидеть неплохо было. Ладно, у нас исчезло это. С карты. Исчезло это место с карты, пошли дальше. Так, стоим бы. Мало ли. Чё тут? Опять подерёмся? Будет сделано. Нет. Как ни странно, тут просто сундук, который мне не открыть. Ну спасибо. Сохранили. Так, нам не сюда. Вообще-то. Там закрыто. Это наземный этаж. Сюда пошли. Вы только поглядите. Избалованная доченька Брайса Кусланда уже выросла, но все еще корчит из себя мужика. А я думал, Лагейн позаботился о том, чтобы твое жалкое семейство навсегда сгинуло с лица земли и из памяти людской. Зачем ты нас предал, Хоу? Мой отец был твоим другом. Неуклюжий ход, детка. Для меня он был изменником, для своей страны трусом. Поездки в Орлей — подарки от старых врагов. А я, между тем, пребывал в неведении.
Твое семейство разбазаривало славу и почести, которые по праву принадлежали мне. Как удобно, что его гибель подняла меня в советники короля. И если ты думаешь, что можешь отнять это у меня, что я это допущу, ты сильно ошибаешься. Ну, так, подождите. Началось опять. Ну чё, ауру очищения ставим? Угу. Так, руху. Сразу прям его по нём валить, да? Вы враги подоспели. Давай. Тихо. Стражник. А чё ты куда-то исчезаешь-то? Чувак. Мы должны победить. Неужели всегда придём? В защите, что? А, нет, не в защите. Дави. Что ж, будь по-твоему. Вот этот ему помогает, да? Тихо. Маг. Сейчас. Так, Вин, кончилась мана. Блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас меня грохнут. Ай-яй-яй. Тыкс. Успеет, не успеет. Лечись! Лечись! А мы все еще живы. О, блин, спасибо. Успела. Прокляни тебя, Создатель. Я этого не заслужил. Эпично умер. Сейчас разберемся, кто там что заслужил. Что у тебя есть? Денежки. Отлично. Денежки. Отлично. Эрл Хоу нам оставил ключ. Эрл Хоу. Топор воздержания, боже мой. Продадим. Так. У мага Фимиам. Давай сюда. У этого припарки. Отлично. Что супер. Так, ну что? Тут кровище. Кого-то там засыпало, по-моему, вал какой-то был. Угу. Кто здесь? Не подходи. Ты не можешь так поступить со мной. Я велю спустить с тебя шкуру. Я Эрл Денерима. Урен погиб под Астагаром. Кто ты такой? Я Воган Кэндалс, наследник Эрлинга Денерима. Это правда. Слишком много наших солдат погибло под Астагаром. Когда начались беспорядки, Хоу привел своих людей, чтобы усилить здешний гарнизон. По крайней мере, он так утверждал. Едва я впустил его во дворец, он бросил меня сюда. Как он сказал, еще одна жертва эльфийского восстания. Выпусти меня отсюда, я сделаю все, что ты скажешь. Так. Оставайся тут. Убить. Ага. Было создано собрание земель. Мне понадобится твой голос. Само собой, все что угодно, только выпусти меня. Ага. Ладно. Клянусь, ты не пожалеешь о своем поступке. Ну, не знаю. Посмотрим. Время покажет. Пожалеем или нет. Новая способность у меня какая-то появилась. Смилуйся, Создатель, над верным слугой твоим. Адраста. Опять трусишки. Смилуйся надо мной. Альфстада. Это ты, сестренка? Нет, я тебя не знаю. Или знаю. Ты настоящая? Кто ты? Я Ирминрик, рыцарь-лейтенант Денеримской церкви. Ты не из людей, Тейрна? Он говорит так, точно одурманен лириумом. Все признаки налицо. Смятение, слезливость. Он, наверное, даже и не понимает, что говорит. Если бы владыка церкви узнала, что он здесь, она была бы вне себя от ярости. Храмовники не подвластны знати. Я не исполнил свой долг. Прости меня, Создатель.
Я провинился, и кто теперь знает, что он натворил? Так, ты о ком? О Малификаре. Чтобы спастись бегством, он обрушил на храмовников и магов круга магию крови. Я загнал его недалеко от Рэдклиффа, но люди Тейрна отняли его у меня и притащили меня сюда. Так, да, паршиво. Этого Малификаря звали Юван? Да, он уничтожил свой амулет. Мы разошлись в разные стороны, чтобы найти его. Я был один. Я... Ты настоящая? Правда? У меня сейчас такие странные сны. Умоляю, если ты не сон, помоги мне. Половина тут помешалась. Так, что мне сделать для тебя? Отдай это кольцо Альфстанне, моей сестре. Скажи ей... Скажи, что мне очень жаль. Умоляю. Попроси ее помолиться за меня. Начинается дополнительный квест, да? Морриган одобряет, однако, да? Предмет получен. Так, это все хорошо, но там дальше некуда идти. Угу. Ушли тогда дальше. Так, ну что, нам пойти вниз? Подождите-ка. Да, блин. Ага. Наземные, это наземные. А здесь дальше еще можно пройти. Вы воспользовались ключом, отлично. Мы рады. Так. Туда или сюда? Здесь тупик нет? Блин. Разветвление. Ну-ка, что по карте? Здесь уже что, наземный? Туда можно сходить, да? Верхняя тюрьма, нижняя тюрьма. Ой, черт побери. Так, ладно, давайте тут смотрим. Или мы тут были? Были, да? Точно. Это я просто открыла, да, здесь, наверное. Так. Стражник Хоу, кристалл, да? Лириум. Однако. Скала не нужна мне. Ну что делать-то? Подождите. Собрание земель. Денерим. Боже мой, поручение. Секстант найти пропавший без вести. Проговорить с проповедницей Розамундой. Ага. Мы можем вот это сделать, да, задание? Доспехи, спусти королеву. Так, вы убили Хо, отомстили, надо освободить королеву, поторопитесь, пока в основном не обнаружили стражники. Это наше основное задание. Дворянин под пытками. Сын находится в заточении, пропавший храмовник, отнести кольцо. Ё-моё, сколько заданий. Ладно, ну, если мы сделаем спасти королеву основным, то выходим. Хо убили. Нахватало еще квестов. Ну, в принципе, они все выполнены. Там только нужно пойти и всем все отдать и рассказать. Так-то. Посвятим, наверное, следующую серию этому. Не знаю, посмотрим. Так. Что там у нас по карте? Ага, отсюда. Оно, распусти королеву. Так. Ой. Все плохо. Сюда же идем, да? Ай-яй-яй-яй. Подождите. Эта дверь открыта, да? Чё там?
Воспользуюсь ключом. Да. Будет сделано. Ключ. Хуи, наверное. Скалу оставьте себе. Да. Да. Я тоже так хочу сказать. Отлично. Да. В сундуке что у нас? Молот, щит, Хоуи. Мы, кстати говоря, сейчас можем посмотреть у Алистера, что там по поводу щита. Так, где ты? А, щит Хоуи не хватает силы ему. Но он такой мощный по защите. Да ладно. Погнали. Воган. Подождите, у меня надо было с ним поговорить, да? Ты только погляди на это. Хоу оказался намного хуже повстанцев. Нет, не надо. Так, подожди. Вперед и сюда, да? Ага. Супер. Спасибо. Ты не скоро ли ты для стражника? Почему так одеты? Потому что здесь сейчас два вида людей. Преданные Хоу и преданные мне. Если меня обнаружат люди Хоу, убьют на месте. А мои люди захотят проводить меня назад во дворец, к отцу, который тоже может устроить, чтобы меня убили. Фига себе. Ну что, мы ее спасли. Чем-то. Посмотрим, что тут у нас у Вин. Нужно ей повысить магию. И одна характеристика на силу воли, да? Далее. Мастерство в волшебстве. Маг больше знаком с волшебством, чем с непосредственным боем, что дает ему постоянный бонус к магической силе. Чего бы нет, да? Качаем. Такс, ну что? Королеву спасли. Ты выпустил королеву Анора из комнаты, где ее держали под замком. Королева надела мундир стражника в этом костюме, пойдет с тобой. Выведи ее из поместья как можно скорее. Угу. Этим мы займемся в следующей серии. Как видите, у нас тут куча дел в Денериме появилось. Попробуем выполнить хотя бы часть. До скорого, ребята. Всем пока.